красота правит миром. Ценители автомобильных диковинок знают, что четырехколесные шедевры золотого века не стоит искать на масштабных международных салонах. Настоящие четырехколесные бриллианты стоят в вентилируемых гаражах состоятельной публики, скрытые от глаз посторонних. Но каждый уважающий себя коллекционер считает своим долгом пару раз в год выгулять многомиллионный раритет на пафосном мероприятии, посвященном чествованию классических автомобилей. А мы с удовольствием воспользуемся этим шансом, чтобы полюбоваться на нестареющую автоэлиту. Одним из самых ярких и стильных событий такого рода является популярный конкурс автомобильной элегантности на Вилле Десте. Впервые он был организован еще в далеком 1929 году, а в 1990-х начал приобретать особую популярность и с тех пор проводится ежегодно на изысканной Вилле Десте эпохи Ренессанса, расположенной на живописном берегу озера Комо. Тут собираются сливки минувшей автоэпохи, выпущенные с 1920-х по 1970-е годы, а также толпы ценителей таких авто. Поскольку конкурс посвящен исключительно эстетической составляющей, лошадиные силы и динамика разгона уходят на второй план. В этом году слет раритетов на Вилле Десте стал уже 85-м по счету. Победителем конкурса стал бесподобный Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider с кузовом от April. Выпущенный в 1931 году, он основывается на легендарном 6C Zagato. И несмотря на то, что дизайну этого автомобиля более 75 лет, он по-прежнему выглядит потрясающе футуристично. Милли-милья – великая гонка, название которой звучит так же прекрасно, как и моторы участвующих болидов. Оригинальная серия этого легендарного состязания на выносливость проводилась в итальянском регионе Ломбардия по красивейшему маршруту Бреша-Рим-Бреша. За все свои немногочисленные 24 этапа гонка собрала в сумме более 5 миллионов зрителей и дала мощнейший толчок к развитию боготворимого тогда и сейчас класса гран-туризма. Взамен коварная трасса забрала 56 жизней пилотов, штурманов и наблюдателей. В этом году гонка стартовала в очередной раз, однако уже в формате щадящего ралли для классических авто. На старт вышли рекордные 430 экземпляров самых дорогих и красивых ретрокаров. Как и в случае с конкурсом Вилла Десте, скорость в этой гонке не главная. В современном варианте Милли-Милья важны навыки ориентирования и безукоризненное штурманское мастерство. Так, первое место в общем зачете занял технически примитивный Fiat Seato 514, выпущенный в далеком 1931 году. Но победа в Милли-Милья – это лишь приятный бонус, ведь простое участие в этом невероятном мероприятии – огромное счастье для любого ценителя автомобильной классики.